Всем привет! Прошла марафон по депривации сна и хотела бы оставить отзыв. Так получилось, что в данный марафон я вступила до... почти когда он заканчивался, там предпоследний день был. Так получилось, что у меня были какие-то внутренние процессы определенные. Я до того, как вступить в марафон, не ела 7 дней в течение обстоятельств, как говорится, случайности, не случайные. В течение обстоятельств так все растаяло, что мне пришлось повернуться к себе, отказаться от определенных зависимостей и почиститься. Сейчас я перестроила свой сон, приемы пищи перестроила, стала больше, спокойнее, как правильно. Больше нет таких реакций, как раньше. Как оказалось, поля с 2 до 4 ночи на меня очень сильно влияли, и я перестраивалась на... после сна здесь очень через какое-то невежество, и поднималось очень сильное раздражение. Сейчас я заметила, что его стало меньше, и я стала более созидательнее относиться к другим людям, понятно, что к себе, и из этого вытекает, что и внешняя среда, она как бы уже более мягче мной воспринимается. И я с интересом сейчас просыпаюсь, живу свою жизнь, вскрывается очень многое, порой я падаю в какие-то очень такие, поднимаются пласты энергии, с которыми я сейчас более жизнерадостнее и с пониманием, и с любовью я уже смотрю на все это. И к себе более стала я открыта, как и ко всем вокруг. Дело в том, что у меня временами вылазило, что не хочу жить, мне здесь было неинтересно. Такое некое раздвоение было, и сейчас какая-то целостность более ощущается мной, и я пойду еще дальше, понимаю, что все в голове, все через нейронные связи, и чувствую очень сильно, как влияют поля волнами, как это все происходит. Вот здесь шевеления, они стали еще интенсивнее у меня, но они не здесь, они как бы внутри. И как раз с 2 до 4, с 4 до 6 это все очень сильно влияет, и я стараюсь не уходить от себя, наоборот, к себе повернуться и проживать это, не отказываясь, даже если это через боль или через какие-то страдания, что-то такое включается, я это прохожу спокойно. Благодарю за прекрасный марафон, за Светлану я слежу уже продолжительное время, очень откликается мне Светлана. Проходите ее марафоны, вступайте в закрытый клуб. Очень понятным языком все объясняется, и здесь точно скажут правду, как есть, и не будут как-то либо приукрашивать, как есть. И мне просто честность, она прям очень важна на данном этапе. Вот. Благодарю. Очень рада быть вместе с вами и проходить этот путь уже более созидательно. Благодарю еще раз.
вступать в марафоны, приезжать на ретриты. Следующий шаг, скорее всего, это будет ретрит.